Друзья, всем привет! Я приветствую всех на своем канале Перекупщик. И сегодня мы будем с вами определять разновидность 1 гривны 1996 года. Их существует большое количество разновидностей. Для этого нам с вами, как, например, в 92-м, 4-м и других годах, не нужно будет смотреть на аверс и реверс, потому что мы работаем с гуртом, с гуртовой надписью по монете. Значит, данный разновид, как мы видим, здесь в букве D, это наш будет основной, основная точка наша для определения разновида. Значит, в букве D средний треугольник, он большой. И надпись гуртовая, она выполнена средним шрифтом. Мы сразу понимаем, что перед нами штемпель 1AB2. Существует также в этой букве в D маленький треугольник и еще множество разновидностей толщины гуртовой надписи вместе с цифрами и с буквами, да, и получается также в этой букве вот этот треугольник, он имеет разные конфигурации, величину вот этого самого треугольника. Также существует гривна 96 года с гуртовой ошибкой. Вот здесь вот у нас не шестой будет год на гуртовой надписи, а пятый год. Эта гривна очень дорогая. Вот, ну, буду потихонечку вам показывать разновидности, чтобы вы, начинающие нумизматы, смогли сами определять вот эти все разновиды. И уже будем формировать тогда цену от разновида. То есть, соответственно, вот такие три разных разновида, например, 3, 4, 5, уже там 60, 80, 100 гривен будет стоить, уже приятно. Ну, а такая монетка где-то 15-20 гривен. Надеюсь, вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами Перекупщик.